В столице на Бородинке приводят в порядок обелиск воинам-освободителям. Капитальный ремонт монумента начали 2 недели назад. Все работы закончат к 12 апреля, дню освобождения Тирасполя. Благодарные тираспольчане доблестным воинам 37-й армии 3-го Украинского фронта в день 25-летнего освобождения Тирасполя от немецко-фашистских оккупантов. Этой табличке, как и самому обелиску, 53 года. Старожилы города помнят этот монумент еще на площади Советской Конституции. Сейчас это площадь Суворова. Раньше обелиск стоял там, а спустя 5 лет его перенесли сюда, на Бородинку. Каждый год с тех пор обелиск красили, приводили в порядок табличку. Сейчас пришло время для капитального ремонта. По поручению госадминистрации города Тирасполя мы выполняем капитальный ремонт нижней части стелы. То есть сейчас весь штукатурный слой демонтирован. Восстанавливаем первоначальный вид, цвет и структура обелиска будет сохранена. Также к 12 апреля покрасят табличку и приведут в порядок территорию вокруг. Займутся плиткой, сделают цементную стяжку, основание обелиска, чтобы он мог простоять еще десятилетия. Все работы закончат ко дню освобождения города. В ночь на 12 апреля 1944 года солдаты 37-й армии 3-го Украинского фронта под командованием генерал-лейтенанта Михаила Николаевича Шарохина освободили Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков. Ту же ночь над городским театром появилось красное знамя. Его водрузил советский солдат Мамедов. Советское информбюро в своей оперативной сводке, передаваемой по радио, торжественно сообщало: войска 3-го Украинского фронта в результате ночного штурма овладели городом Тирасполь, важным опорным пунктом на реке Днестр. В оккупации приднестровская столица была 970 дней. Враг ворвался в город 10 августа 1941 года. Авторами этого монумента стали архитекторы Дружинин и Воронин. Важно, что после преображения обелиск сохранит свой изначальный вид, задуманный авторами. Регина Васильчук и Александр Зелинский, ТСВ.